Сегодня из Тюмени стартовал автопробег «Инклюзивный путь». Всего 12 участников, и 8 из которых тюменцы. Половина из них – люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовили 4 автомобиля. А в планах проехать через Уфу, Астрахань, Волгоград и конечная точка маршрута – Махачкала. Участники автопробега оценят города с точки зрения доступности для людей с ОВЗ, а также проведут круглые столы и дискуссии, где обсудят инклюзивные практики. Чем-то поделятся сами, а что-то возьмут себе на вооружение. Еще дополнительно, что у нас, конечно, будут патриотические акции. В каждом городе будет возложение цветов и также развитие инклюзивного туризма, потому что направление инклюзивного туризма очень эффективно развивается. И мы хотим, чтобы все вот эти культурные наследия, культурные учреждения, они были доступны для людей с инвалидностью. Протяженность маршрута 7000 километров. Вернуться домой участники должны 30 сентября.